Приветствую вас, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Сегодня у меня на канале будет открытие посылочки, которую я снова заказала в интернет-магазине Фитомаркет. Вот это, видите, Фитомаркет. Этот магазин, интернет-магазин, занимается продажей товаров для здоровья и красоты. У них очень много разного товара. Ну, ссылочка на их магазин, на их группу в Facebook и другие ссылочки у меня будут под видео. Кому интересно, заходите, смотрите. Я уже товар заказывала. Видео у меня уже на канале было. Кто еще не посмотрел, я ссылочки также оставлю. У меня там тоже было два видео. Посмотрите, кому будет интересно. Сегодня у меня вот тоже вот такая коробочка. Ну, сегодня мне будет тоже только открытие. Такой небольшой обзор. А более детальный обзор будет в следующем видео. Ну, где-то, я думаю, под конец недели. Ну, сейчас мы откроем и посмотрим. Я вам покажу, что я этот раз заказала в этом магазине интересного. Там очень широкий спектр разного товара. Там и товары и для детей, и для мамочки, и для мужчин, и для просто для женщин, и разные витамины, и разные препараты, и для здоровья, и для... Ну, если перечислять, то, знаете, времени не хватит посмотреть и рассказать все, что у них есть. Ну, кому будет интересно, я говорю, я все ссылочки оставлю снова под видео. Если вам будет интересно, заходите и смотрите. Я думаю, вы найдете там много чего интересного. Вот у меня вот такая посылочка. И я сейчас буду открывать и вам показывать, что я заказала. Вот так я поставлю, чтобы вам было видно. Вот видите, уже тут стоит. И я буду показывать. Это вот такой чай, тайфун, фиточай для похудения. Я вам говорила, что я когда-то очень давно пила вот такой чай. Чай этот с ананасом, очень хороший, но потом я некоторое время его не пробовала. Ну вот решила снова испробовать его и посмотреть. Ну, конечно, более, говорю, более детальный обзор будет немножко позже. А это я пока так расскажу вкратце, что я заказала, а потом более детально. Также я заказала вот такой фиточай «Неболейка». 100% натуральный продукт, это тоже... Идет в пакетиках. Тут у нас тоже получается 30 пакетиков, а здесь у нас 20 пакетиков. Повышает сопротивляемость организма сезонным простудам. Вот кто очень часто простуживается, если вы уже простудились, можете выпить. Если или у вас вдруг кто-то в семье там заболел, и вы можете, или просто для профилактики попить вот такой чай. Дальше я заказала еще вот такой, видите, бальзам для тела. Это идет золотой уст и пчелиный яд с глюкозамином. Идет про радикулита, гастрохондрозе и другими. Вот такой бальзам. Я уже заказывала немножко другой, но решила еще вот такой. Мне очень понравились вот эти мази, вот эти кремы, что я заказывала. И я решила заказать немножко другой. Ну, я также его испробую и вам потом напишу, скажу. Так, и у меня еще здесь есть... Так, здесь еще две бутылочки интересные, я вам сейчас их покажу и расскажу. Так, я это выброшу. Видите, хорошо упаковали, чтобы ничего не разлилось. Так, это я вот заказала еще вот такой гель к этому чаю. Это, видите, тоже у нас чай. И гель, это у нас идут от фирмы, ну, Тайфун, я не знаю, как фирма или компания Тайфун. Они сейчас продают не только чаи, фиточаи, а у них идет еще разные гель для душа, и там еще есть что-то, у них много. Ну, я взяла вот такой активный лимфодренаж на каждый день, антицеллюлитный гель. Хочу попробовать. Я такой никогда не пробовала, но мне было интересно. Я решила, думаю, если уже заказала чай, возьму еще вот такой гель на пробу. И что я еще заказала? И заказала, мне было интересно, вот такое наше мыло. Это жидкое мыло, украиночка. Мыло рослинное, червона рута, з м'ятою. Видите, как
красиво сделано. Еще такая вот бумажка, бирочка висит. Я, в принципе, такое мыло никогда не покупала. В принципе, я даже, если честно, я даже не видела у нас в магазинах. Но я, в принципе, я обычным мылом никогда не пользуюсь. Я только пользуюсь только жидким мылом. У меня очень сухая кожа на руках. И вот какое бы я мыло ни взяла, там с чем, там с кремами, с разными добавками, мне оно не подходит. Я уже много перепробовала. Ну вот я остановилась на жидких мылах. Я беру только жидкое мыло. А вот это мне было интересно, потому что, видите, здесь червоная рута с мятой. Ну, мяту я очень люблю. Я совсем мяту, я совсем люблю чай с мятой, кругом мяту. А здесь еще червоная рута. Мне было интересно, какое оно. И это тем более наша украиночка. Ну, будет интересно попробовать. Вот, друзья, вот такая у меня сегодня была посылочка от Фитомаркет. Все товары, я говорю, я попробую, потестирую где-то на протяжении недельки. И потом у меня еще будет одно видео. Я вам еще также расскажу все более детально. Там расскажу составы, что там и как. Если вам будет интересно, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Также не забывайте заходить в магазин, интернет-магазин Фитомаркет. Заходите на их сайт. У них там есть сайт, вы там можете выбрать много разного товара. Также можете заходить в группу, у них есть группа Facebook и группа в других социальных сетях. Ну, все ссылочки, я все, как говорила, я оставлю под видео. Заходите, смотрите и покупайте. Я вам рекомендую. Магазин очень хороший, много чего есть интересного, доступные цены и очень хороший товар. Все, друзья, встретимся мы в следующем видео, через пару дней. Я вам желаю не болеть и вам всего хорошего. До новых встреч. Пока-пока.